Всем привет! И сегодня на разборе аранжировка на замечательную композицию Александра Зацепина «Марш Троицы» из легендарного кинофильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница», снятого в 1966 году. Поддержать мое творчество все желающие могут просмотром моих видео на Дзене, а также покупкой нот. Все ссылки в описании под видео. А далее разбор. Сложность аранжировки средняя, по пятибалльной шкале он где-то уровень третий. Здесь есть барре, есть растяжка, и основная сложность, конечно же, заключается в быстром темпе. Для удобства исполнения тональность была изменена, тональность аранжировки до мажор. И здесь еще обратите внимание на ритм, здесь играется так называемый свинг, то есть восьмые ноты играются не ровно, не одинаково, а первая восьмая нота чуть длиннее, вторая чуть короче. И для более точной отработки данного ритма можете воспользоваться соответствующим ритмическим рисунком на метрономе. Итак, разбирать будем по фразам. Вначале играется небольшое вступление, буквально на одном аккорде. На аккорде до мажор зажимаем вторую на первом ладу указательным, средним четвертая на втором и безымянным пятая на третьем. И играем бас, пятую струну. Затем вместе три струны, вторая, третья, четвертая. Аккорд держим, теперь просто меняем бас, переставляем безымянный палец на шестую, на третий лад, играем ее, и также аккорд. И повторяем еще то же самое, еще два раза. И еще один раз с басом до, да, с пятой струной, и аккорд. Вот, два неполных такта звучит у нас вступление. Ну, давайте сыграем с метроном, чтобы было понятнее. Сейчас как раз включу вот этот рисунок свинговый на метрономе. И дальше идет первая часть, основная, первая фраза. Зажимаем шестую безымянным пальцем на третьем ладу, играем ее с третьей открытой, затем средний палец третья на втором и вторая открытая. Все, дальше зажимаем аккорд до мажор, можно сразу полностью его зажать. Также, ну, нам нужна основное сейчас, это вторая на первом и пятая на третьем, играем их вместе. Держим, повторяем вторую с третьей. Теперь также безымянный палец переставляем на шестую струну на третий лад. Значит, вторую открытую играем с шестой на третьем. Повторяем вторую с третьей. Возвращаем безымянный на пятую струну на третий лад. И средним пальцем зажимаем третью на втором. Играем их вместе. Держим и указательным дожимаем еще четвертую на втором и играем третью с четвертой. Все, отпускаем. Безымянным зажимаем шестую на третьем, играем с третьей открытой. И играем третью открытую также с четвертой на втором. Четвертую отпускаем, безымянный остается на шестой, на третьем ладу, мизинцем дожимаем еще четвертую на третьем, играем шестую с четвертой, повторяем четвертую, дальше все отпускаем здесь, средним зажимаем пятую на втором, указательным вторую на первом, играем их вместе, дальше вторая открытая, снова шестая на третьем безымянным. И вместе четвертая с третьей. Дальше пятая на втором указательным лучше зажать. И средним четвертая на втором. И снова зажимаем шестую и четвертую на третьем. И вот этот такт повторяет, в принципе, предыдущий такт у нас, кроме последней ноты.
Последняя у нас не четвертая на втором, а четвертая открытая. Все, дальше зажимаем безымянным пятую на третьем, средним четвертую на втором, играем их вместе. Повторяем четвертую на втором. Отпускаем. Шестая на третьем со второй открытой. И средним пальцем третья на втором держим. Пятая на третьем держим. И указательным в конце четвертая на втором. Пройдем с метрономом. Ну, сейчас уже включу обычный бит. И играем всю фразу. Начало следующей фразы такое же, как было в предыдущей. Вот здесь поменяется. Итак, буквально за такт один такт, и начало следующего у нас такие же. Вот здесь мы остановимся, да, сыграли шестую и четвертую на третьем месте, потом повторили четвертую. Вот до этого места у нас было то же самое. Теперь пятая на втором с первой открытой. Мизинцем вторая на третьем. Держим. И безымянным шестая на третьем. И в заполнение также третья и четвертая открытые. Дальше вот мизинец у нас остался на второй струне, на третьем ладу. Средним зажимаем пятую на втором, играем вместе. Первая открытая. И теперь вместе указательным первая на первом, безымянным шестая на третьем. Играем их вместе. Повторяем первую со второй. Все, отпускаем. Теперь пятая на втором с первой открытой. Первая и вторая вместе. Мизинцем вторая на третьем, безымянным шестая на третьем, играем их вместе. Повторяем вторую с третьей. Теперь вторая на первом, пятая на втором вместе. Вторая открытая. И вторая на первом, пятая на третьем, играем их вместе. И плюс еще можно зацепить третью открытую. И теперь, ну, не весь аккорд, а чисто бас мы держим и скользим до 15-го лада. То есть от до, до до, через октаву мы сделали слайд, да, или глиссандо. И небольшая остановка. Давайте пройдем эту фразу также с метрономом. Вот мы разобрали, в принципе, первую часть, первую половину, да, первой части. А вторая половина первой части будет почти такая же, буквально три момента у нас изменятся. Итак, смотрите, первая фраза. Вот здесь мы зажимаем дальше шестую на третьем, но указательным пальцем. Держим и подставляем средний палец на вторую струну, на третий лад безымянным, зажимаем третью на четвертой. Играем две струны вместе. Дальше идет то же самое. И снова шестая на третьем указательным пальцем. И те же самые ноты добавляются. Вторая на третьем, третья на четвертом. И дальше также. Здесь также пятая на третьем и добавляем указательный вторая на первом, играем вместе вторую с первой.
Только эти три момента у нас поменялись. Ну, давайте пройдем с метрономом, чтобы было понятнее. В принципе, можете играть ее так же, как и первый раз мы играли. Здесь не обязательно вот эти изменения вносить. Следующая фраза такая же, как была в первой половине, но поменяется окончание здесь. Вот здесь. То есть, когда мы пришли, последний вот такт, сыграли пятую на третьем, вторую на первом. Дальше первая открытая, вторая четвертый лад. Теперь первая открытая с шестой на третьем. Снова вторая на четвертом. Первая открытая. И в конце пятая и первая на третьем. Ну, давайте тоже пройдем с метрономом. Это у нас была первая часть, состоящая из двух практически одинаковых половинок. Ну, давайте пройдем ее с метрономом целиком. Дальше вторая часть. Здесь уже поменяется мелодия. Здесь остановимся. Вторая на первом, вторая третьей, первая открытая. Теперь зажимаем барре на первом ладу, играем сначала первую с шестой. Теперь дожимаем, ну, можете сразу зажать, да, фа-мажорный аккорд нам нужен. С средним пальцем третья на втором, безымянным пятая на третьем, мизинцем четвертая на третьем. Играем заполнение четвертую с третьей, затем пятая, снова четвертая с третьей. Все, отпускаем. Зажимаем первую на пятом, играем с пятой открытой. И указательным зажимаем третью на втором, средним четвертую на третьем. Играем их вместе, заполнение. И возвращаем фа-мажорный аккорд, но можно не полностью, уже без барре. Просто указательным шестая на первом и средним третья на втором, безымянным четвертая на третьем. То есть везде в заполнении у нас повторялось третья на втором, четвертая на третьем. Теперь зажимаем мизинцем первую на третьем, безымянным пятую на третьем. Играем их вместе. Повторяем первую,
среднем шестая, третий, указательным первая на втором, тоже вместе. И снова мизинец, первая, третий, безымянный, пятая, третий, мизинец можно отпустить. И указательным, пятую держим, указательным зажимаем вторую на первом, играем вторую с третьей. Безымянный шестая на третьем и вторая на первом с третьей открытой повторяется. Дальше также мизинцем первая, третий, с четвертой открытой. Повторяем первую на третьем. И также указательным первое, второй лад, средним шестая на третьем месте. И снова первая, третий. Дальше заполнение четвертая открытая, третья и вторая открытые, шестая на третьем и третья со второй. И снова повторяется так же, как было. На третьем ладу первое и пятое вместе. Повторяем первую. Также шестая на третьем, первая на втором и первая на третьем. Все, можно ее сразу, в принципе, отпускать. Пятая на третьем и вторая на первом с третьей открытой. Пройдем с метрономом. И вторая фраза. За такт и первые два такта, в принципе, такие же. Единственное отличие, что первую фразу мы играли без баса, первые три ноты, да, игрались. Здесь мы добавляем шестую на третьем вместе со второй на первом. А дальше то же самое играем. Вот до этого места и окончание. Зажимаем вторую на третьем, играем ее с четвертой открытой. Повторяем вторую на третьем, повторяем ее с пятой открытой, и еще раз вторая. Теперь будет первая на десятом с четвертой открытой, а к десятому ладу можно сделать небольшой слайд, да, подъезд, либо просто сразу сыграть первую на десятом с четвертой открытой. Дальше первая восьмой, первая седьмой с четвертой открытой. Дальше первая, пятый. И вот здесь первая на третьем, уже мизинцем сюда лучше прийти. Играем ее вместе с третьей открытой. И вот здесь единственное место, где восьмые ноты сыграем мы ровно, не в свинговом ритме. Да? Итак, первая на третьем с третьей открытой. Дальше безымянным. Четвертая, третья, четвертая, второй, четвертая, открытая, пятая, третья, пятая, второй и пятая, открытая, с третьей, открытой. И здесь уже начинается у нас переход на повторение, то есть на первую часть мы перейдем сейчас. Играем третью и пятую открытые, дальше третья на втором и вторая открытая. И дальше уже можно будет перейти на начало первой части, да, то есть на третий такт. Давайте сыграем вот эту вторую фразу. Перешли мы на повторение. Ну, давайте сыграем всю вот эту вторую часть целиком с метрономом.
так далее повторяется первая часть, первая половина, да, первой части, до того момента, как мы пришли вот в этот до мажор на аккорд, где мы делали глиссандо, да, вот сюда, на 15-й лад. Глиссандо здесь мы уже не будем делать, то есть мы пришли вот в до мажорный аккорд, сыграли вместе вторую на первом с пятой на третьем, ну, можно третью еще открытую сыграть. Играем их вместе. Дожимаем четвертую на три, на втором ладу, то есть до мажор. Теперь заполнение, да, четвертая с третьей. Шестая на третьем, также четвертая с третьей. Пятая, четвертая с третьей. И повторяем окончание, да, последний такт, скажем так, чуть больше за такта начинаем. Вторая на третьем, первая открытая. И повторяем, где было первая на первом, шестая на третьем месте. Первая со второй, пятая на втором с первой открытой, первая со второй, на третьем ладу вторая с шестой и вторая с третьей повторяется, вторая на первом с пятой на втором, вторая открыта и снова то же самое, пришли в до мажорный аккорд, вторая с пятой, заполнение и также окончание повторяем. И в конце просто до мажорный аккорд. Вместе можно зажать все и сыграть вторую, третью, четвертую и пятую. Ну, давайте коду пройдем с метрономом, чтобы было понятнее. На этом, собственно, все. Желаю вам удачи, успехов, терпения, хорошего настроения и до новых встреч. Пока!